Привет, друзья! Сегодня 21 августа, прекрасное августовское утро. Решил с вами поболтать немножко, что мы будем сегодня делать. Сегодня я решил провести обработку, скажем так, не плановую обработку. У нас первых 12 рядов уже убрано. И местами уже кое-где лезет аидиум. Не хочу его запускать, сильно давать возможность размножаться. Кое-где появились пятна на молодых листьях, вот видно небольшие очаги. В общем, есть паразит, надо работать. Почему есть? Ну, меня, скажем так, этот полох не интересует абсолютно. Для обрезки мне хватит вот этого прироста, он уже вызревший. И уже ему ничего не грозит. Но вот потолочек, как вы видите, вот такой шапкой зарос. Его надо расчищать. Мы уже чеканим. Несколько раз чеканили. Расчищать, прорежать и работать с ним. Ввиду того, что реализовывали ягоду, то, конечно же, рук и времени не хватает. Поэтому сейчас возьму один из препаратов на основе тибуконазола, что очень хорошо работает против аидиума. И, скажем так, щадящей дозой пробегусь исключительно вот по потолкам. Вот кое-где ягоды остались, вот так вот висят, единичные. Меня уже не интересуют. Скажем так, это не кондиция. Вот мы ее будем просто утилизировать. Та не кондиция, кто нас интересовала, мы пустили на виноматериал с дальнейшим переработкой в коньячный спирт для себя любимых, побаловать себя зимой. И все остальное будем просто-напросто выбрасывать. Ну, вот где-то воробьи сильно захулиганили, где-то просто гроздь не удалась. Ну, немножечко расплевались ягодой, называется. Теперь надо поработать с лозой, чтобы на следующий год получить урожай. Так, здесь у меня еще богатяновский ряд. Режем. Анюта тоже в очередной раз практически не подвела. Всего лишь потрескала. Еще ее оставляем. Все остальное мы уже убрали. Ранние, среднеранние. Вот сейчас ландыш. Вот он. Красавец. Думал сначала пройти пропасынковать в очередной раз. Зачеканить и забыть. Но опять же подвалила работа. Надо с ней справляться. В среду 23-го. Не, это что получается? Не, в пятницу 23-го. Таировский институт проводит выставку винограда и виноматериалы, насколько я понял, пригласили. Будем что-то резать, будем чем-то удивлять. Хотя, если честно, все интересное либо порвало, либо мы уже реализовали. Ну, пока все. Давайте сейчас подойдем к опрыскивателю. Я вам покажу, что за чудо-монстр у нас. Вот он, мой опрыскиватель. Переделанный из полевого штангового опрыскивателя. Пока справляется. Не на отлично, но на хорошую, говорит, троечку с плюсиком. Вот. В чем нюансик, говорит, друзья? Левая сторона, правая сторона и потолок. Я могу отключать любую из сторон и работать с ней. Вот здесь вот есть такая гребенка. В данном случае на гребенке оставляю работать только потолок. Все остальное отключил. И вот теперь у меня три вот таких вот форсунки будут выдавать рабочий раствор исключительно на потолок. Еще раз повторяю, друзья, здесь в коллекции у нас еще много чего висит. И пару поздних сортов есть, средних, ранних, среднепоздних, средних, которые мы еще не реализовали. Набирают кондицию, либо под заказ остались. Вот где у нас есть ягода, я там не работаю.
где-то изюм уже в коллекции. Будем работать исключительно там, где мы уже все сняли, и не будем запускать наше идиум. Пока все, друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.